После долгого затишья девчонки из Кешью вновь активизируются. Совсем скоро трио представит клип на песню «Между нами». Конечно же, под чутким контролем продюсера. Это действительно произошло спонтанно. Мне понравился трек, который мы сейчас снимаем, и я решила это вот так, одним щелчком, ночью. Песня о любви на двух языках, на казахском, на русском. Она очень модная, она соответствует всем трендам сегодняшнего дня. Да, за трендами сейчас угнаться сложно. Может, поэтому девчонки включили турборежим? Кеши всегда идут в ногу со временем, поэтому и клип мы захотели снять стильный и молодежный. Особой сюжетной линии нет, а так песня сама по себе о любви. Очень красивая и мелодичная. Ну и вот, собственно, гвоздь программы. Видимо, у Баян Максатказа синонимом красоты является именно он. Баян предложила сняться в клипе. Толком я не понял, что от меня требуется. Сказали быть эпатажным, ярким, красивым. Ну, как бы я согласился. Роль у меня просто для красоты быть в этом клипе. Надеемся, что это было лишь затишье перед бурей. И в скором времени Кешью вновь покажут, на что способны.